А о чем ты вообще мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы научиться ходить. И что ты тогда будешь делать? Я тогда буду бегать со всеми детьми, играть в догонялки, ходить, гулять. Добрый день, наши дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с Мирославой Литинской. С этой девочкой мы познакомились, вернее, я познакомилась в самом начале, когда наш фонд только-только открылся. Тогда это была маленькая девочка с надеждой, с мечтами о том, как она 1 сентября пойдет в первый класс с букетом, с бантиком белым, с портфелем, своими ножками. Недавно мечта сбылась, но добрая красавица столкнулась с огромным испытанием в этой жизни. У Миры ДЦП, и каждый шаг дается с болью. Ей очень-очень нужна реабилитация. А сумма к сбору 561 300 рублей. Нам пока удалось собрать только 12% от этой суммы. Мира поздно начала, немножечко расскажу, Мира поздно начала переворачиваться и ползать. В год ей поставили тяжелый диагноз, который фактически лишил ее детства. Но она движется вперед, вопреки всему. Она своими ножками с помощью ходунков ходит каждый день в школу. Но ей так хочется одеть красивые туфельки и бежать по дорожке навстречу своей счастливой жизни, играть с детишками, лазать по всяким там детским игровым площадкам, танцевать. Мирослава очень упорная и сильная. Она каждый день занимается. И даже несмотря на то, что на дорогу до центра реабилитации порой приходится по 3 часа, она все равно идет вперед. Я очень вас прошу поддержать нашу милую Мирославу. Кстати, 18 мая у Мирочки день рождения. Давайте сделаем ей такой очень ценный и важный подарок. Закроем сбор на лечение.